Наступает день. И идет дождь. А вот и наш громоотвод. Очень отлично, он нас спас вовремя. Не зря, что называется, поставил. Ни в коем случае не экономьте на громоотводе. Я сбегу подальше куда-нибудь, и там начну выкапывать траву, чтобы запастись. На одной и... Тут немного каках можно собрать. Опять я пошел не по той дороге, да? Нет, вроде бифлы должны быть где-то здесь. Вот они. Какашка. Еще какашка. Две. Три. Неплохо, неплохо. Нам нужно больше. А еще, пока у них не начался этот их сезон, их бы побрить было бы неплохо. Но для этого нужно идти куда-то ночью. С факелом. Вообще, у меня был просто дикий успех. Я побрил 3 бифла за раз, и они меня не заметили. Ну, то есть, как побрил одного, отбежал, вернулся, еще одного побрил, отбежал. Это было довольно экстремально. Под утро они все же меня заметили, но уже это было неважно, я убежал. Я набрил с них очень много, правда, потом оказалось, что теперь для того, чтобы делать шавку из бифла, нужно не только брить их, но еще и рога нужны. А это уже совсем другая история, его нужно убить. Или стравить с кем-нибудь, чтобы его убило. Что проблематично, по сути. Так, ну вот, у нас уже довольно много собралось травы. Я буду выкапывать, пока лопата не сломается, что уже будет скоро. Думаю, что вот этот и хватит. Так. Он очень голоден. Ну еще бы, дружище. Венок начинает портиться у нас тем временем. Кормить их нельзя, к сожалению, только если свиней. Так что, пожалуй, я так и сделаю. Соберу тут еще немножко какашечек. Есть еще где-нибудь тут какахи? Так. Ох-ох-ох. Бросить-то нечего. Ну, собственно, что за ерунда? Я его посажу обратно. Так, ну ладно. Коли так... Пойдемте к свиньям, будем их кормить, а они будут давать удобрения. Я как-то и забыл про это немного. И нам срочно нужно найти какой-никакой еды. Иначе просто ноги протянем. Нет, мясо монстров мы не есть не будем. Эй, скушай. Оу. А какаха? То есть это уже теперь не работает. Может быть, сработает цветок? Раньше, помните, цветки работали. Есть как... Есть ягоды, ребят, есть что пожрать. Да господи боже. Серьезно, еды нет? Ну как так? Где у нас куст с едой? Вот куст. А, вот 2 куста. Отлично, мы сбегаем туда. Но сначала возьмем в руки копье. Похоже, это пофиксили, чтобы удобрения не доставали легким таким читерским способом. Много ягод. Еще немного ягод. Ну, это уже нормально. Ох, ё! Я забыл совсем. Придется убегать. Эх, не догнать их, ладно. Глупо, я забыл совсем, что еще и новые пауки появились. В общем, все это было довольно давно, когда я играл.
Нужно срочно найти еще еды. А, вот, отлично. У нас тут битком все ловушки. Или почти все, вернее. Так, вот это нам уже не нужно. Кладем ягоды, ягоды, ягоды. Мясо. И... засаживаем и кладем туда еще и вот это. И готовим. А теперь мы делаем новую ферму. 5, не 6. О, господи. Вот так не повезло. Ладно. Сперва покушать. Так, ставим еще ловушку. Тоже мясо кладем сюда. Этого убиваем, мясо кладем туда. Я не сообразил как-то. Так, сажаем новый. Кладем сюда. Сейчас наступит ночь, и если птица не улетит, она уснет. И мы ее сможем замочить. Зверски и злобно. Но, к сожалению, они все улетели. Тем не менее, вот та приманка все еще работает. Да. Если сейчас темнеет до того, как она улетит, мы ее замочим, и... у нас будет еда. Какой я злобный, коварный. Давайте посмотрим, что нам может еще понадобиться. Ах да, веревка. Чтобы сделать, нужно две веревки. Значит, мы делаем еще одну веревку. И даешь нам броню. Так, ну что, кто-нибудь из птах по округе тут уснул, нет? К сожалению, нет. Жаль, 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 жаль. Так, это наш сундук с редкостями. А это наш просто сундук со всяким барахлом. Думаю, что мы сюда скинем бревна. Бревна, раз как раз так оказался у меня. А, это мы теперь можем переложить сюда. Сложим сюда травы. Это будет наш запас с собой. Так, ну и, собственно, наверное, все. Да, я думаю, как раз этого вполне хватит для того, чтобы закончить. Да, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!